Здание театра в Кохме отреставрируют. Уже есть первые заметные глазу горожан изменения. С фасада памятника сняли строительную сетку и начали остекливать оконные проемы. Чуть больше месяца назад объект, который находился раньше в муниципальной собственности, был продан физическому лицу. И сейчас оно намерено проводить там работу по сохранению. Уже подано в Комитет Ивановской области по госохране заявление о выдаче задания. Также комитетом будут утверждены требования к сохранению и использованию этого объекта. Дом на Ивановской 36 – выявленный объект культурного наследия. Это одно из старейших зданий в Кохме, построенное в конце 19 века. Кирпичный памятник – интересный пример прифабричного сооружения, включающего жилой корпус и здание народного дома, в архитектуре которого преобладают мотивы неоклассицизма. Здание, о котором идет речь, является украшением города Кохмы. Это часть большого архитектурного исторического наследия, которое осталось от фабрикантов есенинских. Эта казарма была для одиноких рабочих, то есть подразумевалось, когда они женятся, то, значит, они оттуда съедут. Ну и для того, чтобы им там скучно не было, сцена, зал, буквы театр. Вообще это напоминает такой вот народный дом. После революции здесь размещался клуб Большой Кохомской мануфактуры. Во время Великой Отечественной войны здание занимал эвакогоспиталь, позднее районная больница. Что именно будет располагаться здесь после реставрации, собственники пока не сообщают. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.